кава – традиційний початок ранку у багатьох європейських та східних країнах світу. Чашка кави – невід'ємний атрибут романтичних побачень та ділових зустрічей. Без неї не обходяться жодні дружні посиденьки та робочі перерви. А чим відрізняється рецептура кави Сходу та Європи, запитаємо у нашого експерта Валерія Самборського. Особенность приготовления кофе по-турецки заключается в том, что используются зерна слабой обжарки и очень-очень мелкого помола. Ранее для приготовления кофе по-турецки использовалась турочка, или, как ее называют на Востоке, джезва. Она должна быть правильной формы. Для чего нужно узкое донышко? Для того, чтобы все ароматы и полезные свойства кофе оставались в турочке. Итак, сейчас мы приготовим кофе по-турецки в нашей уже эволюционировавшей за 500 лет турочке, в этой прекрасной кофемашине, которая делает кофе по-турецки за одну минуту. Как это происходит? Загружаем кофе. Кофе по-турецки варится непосредственно с сахаром. И нажимаем на кнопочку. Ждем одну минуту. Особенность приготовления кофе по-европейски заключается в том, что в Италии придумали, как за одну минуту можно приготовить свежий кофе – эспрессо. Для этого берутся зерна более сильной обжарки и мелятся непосредственно перед приготовлением. Кава приготована. Смак якої – європейської чи турецької – сподобається більше миколаївцям, дізнаємось за мить. Вкусно. Какой? Какой вкус? С горечью. С горечью. Турецкий? Ну, это сладенький. Какой вам больше ближе? Турецкий. Этот горьковат. Мне этот... Это турецкий, это итальянский. Какой турецкий ближе? Больше. Какой вкус? Крепкий, терпкий, я бы так выразилась. Пробуем турецкий. Сладкий. Сладкий. Какой ближе? Ой, наверное, смешать нужно. Вкусный. Ну, этот горьковатый мне это больше впечатлил. Впечатлил? Да. Европейский? Да. Итальянский лучше. Итальянский лучше? Берите, угощайтесь. Спасибо. Спасибо. Що ж, смакові вподобання городян розділились, але кава залишається кавою, як вона є. І головне її призначення – бадьорити та стимулювати людей на цілий день.